Здравствуйте, с вами Влада04. В недавнем видео Эвелины Хрунченко рассказала нам о модных редикюлях. Сегодня я не буду делать обзор многих сумок. Наоборот, я возьму только одну сумку редикюль и покажу, как эта сумка выглядит в реале. Для примера возьмем классическую модель от Hermes. Остановим свой выбор не на классическом черном и не на остромодном синем, а на среднем варианте – рыжем. Он достаточно распространен, но в то же время не так уж и банален. А теперь рассмотрим сумку во всех подробностях. Сумка довольно вместительная. Внутри она содержит два отделения. Одно большое, посередине карман на молнии, и одно среднее отделение. На передней стенке два кармана для мелочей, а на задней стенке для карман для документов на молнии. Естественно, все молнии рабочие. С обратной стороны предусмотрен еще один карман на молнии. Сама сумка закрывается на встречную молнию, которая при вашем желании можно закрыть на подвесной замочек и зафиксировать ключом. А вот так выглядит сумка в руках реальной женщины. Сумку можно носить на плече, на руке и внизу в руке. И напоследок, несколько комплектов с этой моделью в стиле casual и более офисные варианты. Catch me when I do, like a star in the sky, floating up so high, I'm gonna fall for you. Catch me when I do.